Всем привет! Меня зовут Юлия. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня пойдет разговор про розы. Как они превращаются в шиповник. Вот смотрите, вот это вот листики розы, а вот эта ветка пошла от розы шиповником. Смотрите, видите, совсем другое растение, как бы. Другие листики, другой стебель. Вот. Вот это вот листики розы. А вот это листики шиповника. Этот шиповник надо обрезать, так как он вытягивает все соки у розы. Сейчас мы будем это делать. Я беру нож, чтобы вам было видно. И отрезаю у самого корневища. Вот, видите, какой ствол. Вот это вот пошел такой большой шиповник. Вот я его отрезала там с самого корня розы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!